Потому что он хочет, чтобы королева покинула его жизнь навсегда. Когда я вообще такое говорил? То есть что? Зачем королю это говорить? Правда? Тогда у него есть смелость вернуть любовь в свое сердце. Он признается ей в любви. Возможно, и то, что история лжет. Возможно, ты не поняла ее. Сама королева не сказала, что есть два взгляда на все. И, может быть, королева увидела историю по-своему. Она подумала, что король влюблен в фею. Но она не знает, что король никого не любит, даже эту фею. Никого. Зачем королеве грустить? И сам король не рассказывал историю с феей. Почему она не видит, что глупо самой отправлять короля в руки феи? Что фея хочет отнять короля? Если она может доверить свою жизнь королю, почему она не верит его словам? Почему? Скажи мне! Что за новая глупая история с куклами? Кто эти куклы? Кто кукловод? Я ничего не понимаю. Мы позвали актеров, заплатили им. Так смотрите спектакль. Ваша драма может... Я имею в виду, Рудра, сынок, мы ведь семья, верно? Так что можно поговорить и попозже. А сейчас давайте посмотрим. Парвати, невестка, идем со мной на кухню. Приготовим еду, иначе люди скажут, что мы плохие хозяева. Сэр. Муж всегда вернется к своей жене. Просто следи, чтобы его привязанность к другой женщине не росла. Ведь его чувства сделают твою жизнь ужасной. Это мудрые слова для того, кто узнал, что его отношения ужасны. И все это из-за кого-то третьего. Идем. Идем на кухню и принесем еду. Идем. Идем. Из Тэджпура есть новости? Братец. Уже поздно. Этот господин может поужинать с нами. Поужинаешь у нас? Да, сэр. Решила подать так, чтобы тебе было проще есть. Поэтому...
Паро, ты в порядке? Рудра, твой дал закончился. Если скажешь, я принесу еще. Тебе что-то нужно? Ну, Рудра уже съел, да? Нужно принести еще. Вон там, там, где Паро думает о своей трудной жизни. Там есть, где она мажет на ротик хи. Подождите. Этот дал сделала Парвати для своего мужа. Значит, ей подавать его. Ты не возражаешь? Невестка. Сколько бедняжке работать? Она занята кхи. Да, кхи я намажу сама. Иди, подай дал мужу. Давай, я подменю тебя. Иди. Очень вкусно. Ой, Парвати. Что ты наделала? Ты налила целую чашку дала. Теперь дал придется вылить. Ведь когда Рудра берет добавку, он оставляет половину. Чистая правда. Рудра всегда делает именно так. Сначала я думала, что ему не нравится, как готовит невестка. Но надо же, Лейла, ты так быстро это узнала. А моя невестка, невестка Парвати, до сих пор не поняла. Может, я здесь и недавно, но Рудра и я, мы знаем друг друга очень давно. И мы понимаем друг друга. Я пойду помогу сестре.
Актеры, наверное, уже поужинали. Отвезу их. Поешь. Господин, вы не досмотрели представление. Я не могу взять всю плату. Хорошо. Когда я пригласил вас, ты сказал, что вы покажете Тхоламару. Там не было феи. Как история изменилась? Господин, мы всего лишь актеры. У нас много разных историй. Я сказал то, что пришло на ум. Ложь. Хороша только в сказках. Почему ты решил, что моей семье понравится эта трагедия? Господин, честно говоря, член вашей семьи подкупил меня показать эту историю. Кто? Это была женщина в зеленом платье. Вот так вот, да. Лейла. Я знала, что ты не будешь спать. Ты будешь ждать своего мужа, да? На улице хорошая погода. Вот я и хотела погулять с тобой. В такой час? Да. Не так уж и поздно. Светит луна. И... если ты не пойдешь со мной Парвати, то я буду уверена, что ты несчастна из-за меня. Парвати, спасибо. Сунари. Сунари. А? Да, сестрица. Мы собираемся погулять в дворе. Идем с нами. А, нет, сестрица. Я немного устала. Я так хочу спать и видеть сладкие сны. Пойду. Пойдем. Такая замечательная погода, правда? Знаешь, когда я была ребенком, мама и я, мы спали во дворе. Если погода была хорошая, как сегодня. Вот как. Мы с Нанду делали так же. И знаешь, когда она засыпала, я вставала с постели и потом ела тамарин. Правда? Когда тетя засыпала, Нанду и я воровали тамаринт. И соль тоже, верно? Что? То есть, ты тоже? Тамаринт я просто обожаю. Но потом... все вдруг изменилось. Мамы не стало. И я ее потеряла. Ты ведь тоже потеряла сестру, да? Присядь рядом. Так странно, правда, порой. Мы так отличаемся друг от друга, но еще... А помнишь, я танцевала на твоем сангите? Помнишь, как мы тогда с тобой встретились, и я никогда...
никогда не представляла, что мы однажды будем говорить о нашем детстве, будем вспоминать его. У нас с тобой так много общего. Паро! Сунери! Да, братец? Где Паро? Она ушла с Лейлой погулять. Господин, честно говоря, член вашей семьи подкупил меня показать эту историю. Это была женщина в зеленом платье. Кстати, тебе понравилась эта история? Она тронула мое сердце. Мне показалось, что это реальность. Реальность, а не пьеса. Я переживала, что же сделает фея. Парвати, скажи, что бы ты сделала на ее месте? Вот бы досмотреть до конца и узнать, кого выберет Карла. Вы здесь? Вам что-то подать? Позволь мне помочь Парвати. Чай. В комнате. Идем. Долго будешь убегать, Рудра? Ты только мой. Только мой. Как далеко ты зашла? Рани и Раджа. И злая фея. Они в комнате вдвоем. Пьют чай. И у злой феи трудные времена. Ничего не может. Чай. Она уйдет. Сперва послушай, Паро. Наши отношения с Лейлой, прошлые, ничего не значат. С этими отношениями ничего не сделать. Есть отношения или нет, ей придется уйти. Она мне не нравится. Я не доверяю ей, она опасна. И не потому, что я боюсь влюбиться в нее, а потому, что она опасная женщина. Она опасна. Она навредит нам, прежде чем мы узнаем. Я еще не закончил. Ты не понимаешь. Но я знаю, что поступаю правильно. Она уйдет завтра. Я не хочу. Я не хочу спорить об этом. Не хочу. Это мой приказ. Хочешь, огорчайся. Хочешь, больше не говори со мной. Эта женщина уйдет из нашего дома завтра же.
Прекрасно. Похоже, вы торопитесь скрыть поражение. Я собиралась к вам. Слушай, ты... Ящерица, прекрати нести чушь. Мне кажется, тебе очень скоро придется уйти. Я слышала, как Родра рассказал, что он сделает так, чтобы ты завтра же покинула этот дом.